28 числа у тебя было. В смысле? Она говорит, что 28 числа он типа какую-то там награду заслужил. Типа за что ты там что-то сделал. Ёбаный Тёма. Давай рассказывай, почему я этого всего не знаю. Ладно, расскажу. Клянусь, это будет правдой. Давай. Вот в этих отступах, которые 25-30, короче, там начали хотели прорваться украинцы. Понимаешь? Ну. Вот. Там исправлялись, позвали нас. Попали в тогда мобильное вступление, поэтому я заслужил награду. То есть, в смысле... В бой не вступали мы ни в какой, мы просто из-за хер далека. Это чистая правда. Да не было километров 5. Они пытались... 28 мая? А? 28 мая? Да. Да? Помнишь, когда тебе не звонил Саладин? Давай. Вот это было тогда. Так это из-за этого было? Да. А ты почему мне это не сказал? Почему муж? Потому что я встревожила. И что? Потому что ничего такого срочно не случилось, мы были вдалеке. Мы отстрелялись, добили и до конца уехали. От нашей задачи никакой не было такой, потому что вступать в бой, все такое, мы сразу сказали, мы не поедем никуда. То есть, мы убежали. В итоге добили их, и они с них даже не успели сбежать. А я думаю, за что он там медалики получает? И ни за что медаль не получил, сказали, медаль не выплатят, только деньгами. Я уничтожил один БТР и 10 человек пехоты. Это правда. Молодец.